Уборку снега, безопасность дорог и общественных пространств, а также оказание жилищно-коммунальных услуг смогут обсудить югорчане во время прямого эфира губернатора. Онлайн-встречу Наталья Комарова проведет 4 ноября. В эфире также примут участие члены общественных организаций, действующих в интересах инвалидов, волонтеры и чиновники. Вопросы уже можно оставлять в Инстаграме под постом главы региона об этой встрече. С ними будут работать главы муниципалитетов, отраслевые ведомства, а также Центр управления регионом. Трансляция эфира пройдет в аккаунтах губернатора Югры в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, группе региона Югра ВКонтакте. Кроме того, на странице губернатора будет доступна полная запись. Начало эфира в 12 часов.